В Подмосковье стартовал конкурс «Дорожный патруль». Впервые он включен в армейские международные игры. В соревнованиях принимают участие лучшие экипажи военной автоинспекции из всех военных округов и флотов. Их соперники – команды госавтоинспекции и Росгвардии. Вот лишь некоторые этапы состязаний – стрельба, захват преступников, спасение раненых и один из самых захватывающих – экстремальное вождение. Побороться есть за что. Победители соревнований представят Россию на международном конкурсе, где соберутся лучшие военные полицейские разных стран.